Вхурделило так вхурделило. До Харкова у середу прийшла справжня зима з великим снігом. Сипати він почав рано вранці, десь близько 5-ї години. Ішов так час від часу впродовж цього дня, не припиняючись. Аби сніг не доставляв незручностей для пересування харків'янам, комунальники вийшли на свої бойові пости раніше, ніж зазвичай. Сьогодні ми інспектуємо Шевченківський район і покажемо вам, як тут двірники боролися з негодою. Дворники сегодня в основном вышли в 6 утра, некоторые даже в 5.30. Сегодня в Шевченковском районе работает 227 человек дворников. Но еще и на помощь им вышли и ТРовский состав, и озеленители. Работаем все, не покладая рук. Очень тяжело, снега очень много. Работает техника, работают средства малой механизации. Снег чистится. К сожалению, у нас контингент дворников работает. Это либо предпенсионный в основном возраст, либо пенсионеры. Конечно же, физически им очень тяжело очистить снег, который постоянно идет круглосуточно, бесперерывно. Естественно, сразу в один день весь снег очистить досконально до асфальта у нас не получится. Нам нужно будет время. И поэтому мы просим наших горожан войти в наше положение. В первую очередь, конечно же, наши дворники вышли очень рано утром, чтобы нашим же людям очистить выходы из подъездов, подходы к остановкам, чтобы были подходы к контейнерам, чтобы не затруднялся проезд и выезд автотранспортных средств. В нашем районе, я не знаю, как где, а у нас, слава богу, в этом плане все нормально. Ребята работают хорошо. И вот и Саша тут наш, возле нашего дома, и Таня, они все время в работе. У нас никогда проблем не было ни с дорогами, ничего особенного. Поэтому жаловаться на них мы не можем, наоборот. Спасибо большое им за это. Им всегда сложно работать. Им сложно работать и когда листьев много, и а снег сейчас вообще особенно очень трудно. Надо увеличить количество людей, надо им платить больше, чтобы люди были заинтересованы и работали. Вот я так считаю. Дворники приходят очень рано, если пошел снег. В выходные дни они тут. Даже удивительно. Вы знаете, вот в те времена, когда говорят, вот больше порядка было, я бы не сказала. Сейчас такая ответственность появилась. Мастер здесь, начальник здесь. Дворники друг друга подменяют, друг друга помогают. Мы не ощущаем дискомфорта. Начиная от дверей дома и заканчивая тем, что нужно пойти на площадку, в магазин, в киоск пройти и так далее, очень быстро расчищается. Очень быстро. Поэтому очень благодарны нашим службам за то, что они вот так настроили, организовали свою систему. И нам удобнее жить, комфортнее. Проте у роботі комунальники вистачає і проблем, як вони самі про це кажуть. Кожного снігопаду вони стають на одні ті ж граблі. І як боротися з цим, не розуміють. Все про припарковані автівки у дворах. Водієві комунальної спецтехніки не залишається нічого іншого, як з ювелірною точністю проїхати між машинами, очистити дорогу і не зачепити ту або іншу іномарку. Очистить внутриквартальные дороги у нас нету возможности 100% из-за того, что владельцы автотранспортных средств паркуются на обочинах. Несмотря на то, что городские власти несколько раз и обращались к автолюбителям, чтобы они во время снегопадов не парковали машины на внутриквартальных дорогах, к сожалению, нас не слышат. Мы очень просим всех автолюбителей, владельцев автомобилей, большая очень просьба, не убирайте машины с внутриквартальных проездов. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя.